Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Виктор Рыжаков стал новым худруком «Современника». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы, на должность он назначен с 4 января. По информации издания, Виктор Рыжаков – театральный режиссер, а также художественный руководитель Центра имени Мейерхольда. Стоит отметить, что ранее должность занимала народная артистка СССР Галина Волчек. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!